Приветствую вас. Вы знаете, вот мне кажется, что есть несколько моментов, на которые вам нужно обратить свое внимание. Первый момент касается того, что вы взяли деньги, то есть вам чего-то хотелось, очевидно вам чего-то хотелось, очевидно, вы в чем-то нуждались, очевидно, что вам чего-то не хватает. И то, чего вам не хватает, то, в чем вы нуждаетесь, ну, вы пытаетесь, на мой взгляд, как-то это отрицать. Вот. Это первое. Это первое, на что нужно обратить внимание. Ваше. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы не можете без мужа. То, что вот вы прям натурально не можете без него. Как вы говорите, что вы не можете без него. Соответственно, у этого тоже есть свои причины, почему вы не можете без мужа, да? То есть, в чем проявляется ваша нуждаемость в нем? Почему вы без него не можете? Почему вы без него не можете? Вот. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что вполне вероятно, что вы описываете элементы любовной зависимости, которые нужно корректировать в случае, если у вас имеет место быть те сложности, которые часто бывают при наличии любовной зависимости. Если говорить о вашей проблематике, то вам стыдно, но вы не признались. Вы что-то делаете, но вы не признаетесь в том, что вы делаете. И, на мой взгляд, это просто вот как-то подтверждает то, что есть вещи, которые вы себе отрицаете, есть вещи, которые вы себе подавляете, есть вещи, которые вы предпочитаете не замечать, но которые, тем не менее, все равно прорываются, несмотря ни на что. Вот. И я думаю, что вам просто пора посмотреть правду в глаза и, возможно, и признать, что чего-то вам хочется такого, что до этого вы в себе отрицали. То есть чего-то вы хотите такого, что вас в целом, может стыдить, понимаете? Вот. И
хоть это и неприятно, да, хоть это и вот действительно стыдно, может быть, ну, для вас, но тем не менее, как мне кажется, лучше будет и для вас, в том числе, будет лучше, если вы признаете вот, ну, тот факт, вот, то, что есть, да, если вы признаете наличие тех желаний, которые у вас имеют место быть, потому что в противном случае, даже если вы, если вы даже вернете мужа, если у вас вот получится мужа вернуть, все равно как бы проблематика останется, и вот некая такая неосознанность, да, неосознанность ваших желаний, ваших потребностей, она останется в любом случае, понимаете, какая штука, и вам будет просто-напросто бессмысленно, вам будет бессмысленно, ну, мужа возвращать, собственно говоря, вот. Понимаете, какая проблема здесь, вот, поэтому можно сказать, что, ну, что нужно научиться думать о себе, нужно научиться думать о своих потребностях, своих желаниях, нужно научиться признавать их, вот, нужно научиться принимать их, вот, и как бы тогда всем будет лучше, в том числе и вам, и кто знает, может быть, таких ситуаций уже не будет в дальнейшем. Вот. Конечно, какие-то проявления, безусловно, будут иметь место. Но все-таки, если вы для себя вот поймете какие-то вещи, то, на мой взгляд, ситуация будет для вас просто, ну, более такой приятный, что ли, вот, более естественной, может быть, будет эта ситуация. Вот, по крайней мере, удивляться вы уже не будете. Вот. Ну, удивленный вы не будете. Вот. По той простой, собственно, причине, что, ну, вами будут достаточно хорошо заниматься ваши чувства, вот, и ваши желания, которые сейчас, к сожалению, понимаются, ну, вот, далеко не лучшим образом. Вот, и это, конечно, ну, довольно серьезная, может быть, довольно серьезная проблема для вас.
Вот, это то, что я могу вам сказать. То есть вот тоже обратите внимание, что вы практически никакой информации о себе не даете, что вы просто некую ситуацию описываете, но никакой субъективной информации, да, вы не представляете, а она субъективная информация. Очень важна. Вот, потому что, ну, без нее, без субъективной информации, вам, по сути, нельзя помочь. Вот, к сожалению. Вот, к моему большому сожалению. Вот, поэтому я надеюсь, что вы выберете специалиста. Я надеюсь, что вы выберете себе, значит, психолога. Я надеюсь, что вы, ну, как-то вот озаботитесь, значит, решением этой, вот, своей проблемы. И я надеюсь, что из нее выйдете. Ну, а мы вам в любом случае поможем, если вы посвятите нас курс дела, если вы расскажите нам более подробно о том, что произошло. Вот. А вот такой, я думаю, можно дать вам ответ на вопрос, который вы задаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А желаю всего самого доброго.